Площадки детские, заботы взрослые. Уполномоченные по правам ребенка в НАУ и работники прокуратуры провели инспекцию детских игровых площадок, расположенных в центральной части Нарьян-Мара. В мониторинге принял участие и представитель муниципального учреждения «Чистый город», в зоне ответственности которого сейчас выше 40 игровых точек. Вместе с чиновниками наша съемочная группа убедилась, что далеко не все из них находятся в нормативном состоянии. Всего «Чистый город» обслуживает и содержит 43 игровые и спортивные площадки. Еще порядка 20 из них на балансе управляющих компаний. Объекты, которые находятся в ведении муниципального учреждения, можно узнать по информационным табличкам. На них указан номер телефона горячей линии, по которому можно оставить свое обращение. В прошлом году, в августе, в сентябре, у нас была проведена совместно с прокуратурой проверка детских площадок. И были выявлены определенные нарушения, недочеты, недостатки. Мы всех их аккумулировали, все направили в администрацию города Нарьян-Мара, в администрацию поселка искателей, соответственно. Вот, прокуратура, конечно же, там они предъявили свои представления. Вот, и сейчас мы уже проводим, так сказать, контрольную закупку. Детальный мониторинг прошел по 7 самым крупным площадкам города. От образцовой во дворе дома по улице Ленина 33Б до травмоопасной и несуществующей по бумагам на Выучейского 12-14. Ни для кого не секрет. Главные хозяева здесь наши малыши в любое время года. А потому их мнение важно в первую очередь. Здравствуйте. Вам здесь нравится? Да. Да? Никаких тут опасностей нет для вас? Нет. Все, ничего не сломано? Нет. Никакие там сучки, задоринки не торчат? Нет. Ну, сейчас мы проверим. Во многом состояние и чистота на детских игровых объектах зависит и от жителей соседних дворов. То есть от нас с вами. Однако уследить за порядком здесь не успевает порой даже специалисты «Чистого города». От этой песочницы здесь очень много получается, именно песка постоянно выбрасывается. Ну, я вижу, сюда, что все, да. Полотно вот это вот оно уже в этом. А вы вот это вообще как-то чистите? Это чистим, подметаем. Сегодня даже, ну, сегодня очередная уборка здесь была. Буквально до обеда, и уже вот снова бутылки здесь появились. В зоне внимания сотрудников окружной прокуратуры каждый болт, каждая неровность. Мелочей здесь быть не может. Ремонт был, наверное. Они должны быть заглушки. И вот такие, чтобы не царапали. Ну вот заглушка есть. Вот здесь вот есть заглушка. Да, вот здесь, да. Тут, видите, вот, чтобы до идеала, чтобы привести. Угу. Но опасности этот не представляет. Не, ну как, если поцарапать, то... Зацепиться да, можно. Из-за изменений в законодательстве демонтажу подлежат все старые детские площадки, поскольку они не соответствуют действующим нормам и могут быть травмоопасны для детей. Одна из них расположена по адресу Рыбников 3А. С августа недочеты здесь так и не были устранены. В прошлом году мы были на этой площадке, и ровно ничего не сделано. То есть все те замечания, которые были высказаны нами, они не исполнены. И, конечно, я буду ставить этот вопрос перед администрацией города. Осмотр ряда мест для игры детей показал, часть из них находится в неудовлетворительном состоянии. Большинство аварийных площадок расположены на придомовых территориях. Их содержанием и ремонтом должны заниматься управляющие компании. По итогам рейда прокуратура округа вновь берет часть объектов на строгий контроль. Это проверки не одного дня, то есть мы на следующий день также будем продолжать по всем площадкам детским, которые у нас имеются в городе, пройдемся, также в поселке Искатели, и уже по итогам будем принимать меры прокурорского реагирования. Тимофей Жуков, Антон Ведряков, телеканал «Север».